Сверху еще мы натираем цедру апельсина. Да. Вот таким способом. И скатываем в рулет. В качестве начинки у нас корица с коричневым сахаром, с белым сахаром. Скатываем в рулет. Разрезаем. Еще чуть-чуть можно дорезать. Угу. Чуть-чуть, да, вот так. Угу. Разделяем на две части. Каждую часть отдельно. Угу. И теперь формируем косичку. Да, вот таким образом. Да. И переплетаем, делаем круг. Да. И получается такая плюшка. Переносим это на